Алина Оганесян с детства занимается прикладным искусством. Живет в селе Ганзе Ненецминского муниципалитета. Алина имеет среднее образование. Рукодельному искусству научилась самостоятельно, но хочет поехать в Ереван и получить образование в этом направлении. Алина очень любит вышивать крючком и делать картинки из шерсти. В настоящее время Алина начала делать и тапочки из домашней шерсти. Алина несколько раз принимала участие на выставках в городе Ненецминда. Свои работы она начала продавать уже как 5 лет. До этого она дарила в подарки. Своими руками делает и продает также свадебные аксессуары. Алина помогает мужу, зарабатывая деньги, продавая свои работы.